Всем приветики. Ну, в общем, после того загара я все равно начал облазить. И выгляжу как мумия. Все в ошметках таких. Вот, но спина у меня уже беленькие, просто облазят. А ноги до сих пор красненькие. Так что, как я говорил, если вы сгорели, то можно прохладной водой обливаться, чтобы облегчить. Но после прохладной воды, когда высохли, еще лучше нанести депантенол, чтобы облегчить страдания, потому что у меня потом здесь очень сильно начало чесаться. А когда чешешь, оно краснеет и еще сильнее начинает печь и сильнее чесаться. В общем, чем больше чешешь, тем оно сильнее чешется. И поэтому депантенол помогает. Вот. Но у меня уже все белое. Ну, как видите, грудь, спина, плечи, только ноги еще красные. И в итоге я изначально просто обливался водой холодной. Так потихонечку оно пекло, а от холодной воды легче становилось. Оно увлажняло, успокаивало. Но потом в итоге оно начало все сильно чесаться. Я прямо уже не мог. А когда чешешь, оно сильнее начинает чесаться, и от того, что чешешь, еще болеть начинает. Вот, и в итоге я начал пользоваться пантенолом, пеной. Вот, ну, спреем с депантенолом. И в итоге вот начинает там чесаться, печь, попырскаю, становится ли. Ну, я сначала в душ шел, охлаждался, потом подсохну и уже депантенолом попырскаю, и становится легче. Но в итоге вот пырскал, вот то, что красное, особенно спину, так оно как-то все и прошло. Ну, тоже более-менее нормально. А вот ноги меня не беспокоили. Я потом заметил, что они стали красные. Ну, вернее, они и были красные, они просто не... Я заметил, что краснота у них не проходит. Ну, оно какое красненькое еще. И в итоге я начал мазать их тоже спреем этим. Вот он. Такой вот спрей с депантенолом. Мне здесь пишет, что оно и от ожога, и успокаивает кожу, и увлажняет. И помогает при раздражении, шелушении, и способствует заживлению. Вот. И вот я и пырскаю, и в итоге начало потихоньку проходить. Спину пырскал. Два с половиной дня я обливался водой холодной просто. То у меня плечи начали уже трохи подшелушиваться, начало все сильно чесаться. Оно какое все стало. Реально как мумия, обмотки висят. Вот, я начал пырскать спреем, оно все начало проходить. А здесь меня никак не беспокоило, я потом увидел, что здесь красное. И вот только вчера начал мазаться. Хотя уже прошло с того момента, как я загорел, неделя. Вот. И вот оно вроде как начало проходить. А то было еще краснее. Так что все-таки надо что-то такое, что будет помогать коже. Так что, как я и говорил, холодный душ, чтобы успокоить кожу. А когда высохли, можно еще вот этой штукой, потому что она... И просто для ухода за кожей и лица, и тела. То есть она, можно ее применять просто для ухода. Вот. Так что такие вот делишки. И пока что еще у меня и ноги красные. Как будто бы вот с пляжа пришел. Но нет, уже времени нормально прошло. Просто я когда... Ну, особо не обращал на ноги внимания, а сейчас вот начал обращать, так начал тоже пырскать. Вот.
Так что, если вдруг тоже загорите, то в дополнение к тому, что я говорил, еще используйте что-то, ну, не обязательно такое, а что-то, ну, пантенол, короче, чтобы коже легче было. Ну, чтобы помочь коже восстанавливаться, вот. Ну, а на этом все. Всем покедово.